Канал «Умно и разумно» приветствует всех вас. Если вы мучаетесь от постоянной боли в мышцах и суставах, то тогда этот рецепт будет специально для вас. Вообще нет ничего худшего, чем плохое самочувствие и боль. Одним из самых распространенных видов боли является боль в суставах, а также мышцах. Но чаще всего боль в суставах является симптомом артрита. Это заболевание раньше было преимущественно у пожилых людей. Сейчас оно все больше встречается у молодых людей, и они страдают от боли в костях и мышцах и суставах. Эти боли иногда могут стать неконтролируемыми и очень сильными. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам, как можно от них избавиться раз и навсегда. Это средство полностью состоит из натуральных ингредиентов, поэтому оно экономично и не вызывает побочных эффектов. Вам просто потребуется употреблять одну ложку этой смеси каждый день, и вы избавитесь от боли в мышцах и суставах. Другие преимущества этой смеси – уровень холестерина. Употребление этого средства эффективно снизит уровень плохого холестерина. Для этого будет достаточно принимать одну столовую ложку в течение недели. Иммунная система. Чтобы укрепить иммунную систему, вам потребуется принимать по одной чайной ложке каждое утро. Неприятный запах изо рта. Чтобы убрать неприятный запах изо рта, вам следует смешать одну чайную ложку этого средства и немного теплой воды. После прополоскать полость рта этой смесью. Если мучает боль в желудке, это средство поможет уменьшить боль в желудке, а при регулярном употреблении даже сможет вылечить гастрит, если у вас артрит. Для лечения артрита вам нужно в чашку с горячей водой добавить столовую ложку этого средства, принимать по стакану этого напитка утром натощак и вечером перед сном. Для приготовления рецепта вам понадобится 3 столовые ложки порошка корицы, 2 корня имбиря, меда натурального 450 грамм. Применение и приготовление. Сперва вымойте корень имбиря и потрите его на мелкой терке. Переложите его в стеклянную банку и смешайте с остальными ингредиентами. Закройте крышкой банку и дайте смеси настояться в прохладном месте 10-12 часов. Чтобы избавиться от боли в мышцах и суставах, будет достаточно употреблять одну столовую ложку этой смеси в день. Если будет необходимость, смесь нужно процедить. Перед применением этого средства обязательно проконсультируйтесь у врача. Также это средство поможет вам избавиться от боли в коленях. Желаю вам здоровья! Кому понравился рецепт, делитесь знакомыми, друзьями, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем пока!